Добрый вечер. В эфире телекомпьютерный центр телевидения Останкино. Работают все средства связи, которыми мы сегодня здесь располагаем. Телефоны, телефаксы, телетайпы, компьютеры. И все это для того, чтобы мы с вами установили сейчас обратную связь в эфире и выяснили, какова ваша реакция на события последних 24 часов. Посмотрите на часы. Вот ровно 24 часа назад услышали мы с вами впервые обращение президента к народу и узнали, какой путь выхода из кризиса власти он предложил. И, конечно же, первое, что, мне кажется, мы должны с вами выяснить, это что вы думаете по этому поводу. Посмотрите, пожалуйста, на экран компьютера. Я предлагаю вам ответить вот на такой вопрос. Поддерживаете вы действия президента или нет? Вот так, пожалуйста, и отвечайте, да или нет. Как всегда, делайте это по телефону 217-45-13. Операторы кодовой связи ждут ваших звонков. Итак, можете передавать свою информацию. По телефону, еще раз напомню, 217-45-13. Ну, а у кого есть особое мнение, пожалуйста, используйте телеграф. Служба телеграммы в кредит по телефону есть в каждом городе, вы это уже знаете. И, пожалуйста, назовите только пароль. Москва, Останкино, общественное мнение и текст вашей телеграммы. И через несколько минут на телетайпах мы увидим, что вы хотели нам сообщить. Теперь посмотрим, как у нас идет опрос. Значит, вот вы видите, уже 30-44 человека. Вот посмотрите, в правом уголке это количество звонков. А внизу вы видите проценты от количества телезрителей, которые отвечают «да» или «нет» на вопрос, поддерживаете ли вы решение президента Бориса Ельцина. Вы знаете, ваших ответов и результатов вот этого первого опроса с нетерпением ждут здесь, в телекомпьютерном центре. Сейчас я вам представлю, кто, но я должна вам сказать, что я очень хотела, чтобы в сегодняшней программе у нас прием информации осуществлялся под жестким контролем телезрителей, наблюдательного совета. Но мы сделали 100 звонков в течение дня сделали наши администраторы, и ни один телезритель не согласился принять наше предложение и, как они говорили, засветиться в прямом эфире. Люди боятся. Более того, мы пытались найти среди работников телецентра, начиная от буфетчиков и кончая монтажерами, ассистентами, люди боятся показаться в прямом эфире. Но я думаю, их можно понять. Поэтому, если вы сегодня не захотите подписывать свои телеграммы, вы тоже можете это сделать. И все-таки нашлись люди, которые пришли в телекомпьютерный центр, чтобы выполнить одну миссию. Это независимые эксперты. Сегодня это не представители правительства, не представители парламента, не представители никаких ни партий, ни фракций. А вот посмотрите, кто это. Это Юрий Александрович Левада, директор Всероссийского центра изучения общественного мнения. Это Анатолий Николаевич Антонов, директор Центра социально-стратегических исследований. Это Михаил Сергеевич Айвазян, заместитель руководителя политологической группы Института государства и права. Это писатель Андрей Александрович Нуйкин и еще несколько независимых экспертов, которые будут представляться вам сами по ходу. Итак, мы все ждем результатов опроса. Он уже заканчивается. Сейчас мы увидим его итоги. Итак, 3 минуты прошло. Я думаю, прием информации мы можем уже прекратить. Вы видите результаты опроса. 70% поддерживают решение президента Ельцина и положительно оценивает его действия в последние 24 часа. Но вы знаете, вот это был мой вопрос для телезрителей программы «Общественное мнение» сегодня. А мы давайте с вами договоримся так. Вы тоже можете задать свой вопрос для такого же экспресс-опроса. Только я прошу вас, очень четко сформулируйте его лаконично с вариантами ответа «да» или «нет» и телеграфируйте, пожалуйста, в наш телекомпьютерный центр. Ну, а сейчас вопросы, которые приготовили для вас
наши независимые эксперты. Итак, кто первый? Прошу. Так, ну мне выпадает первым. Сегодня тот вопрос, который уже здесь прошел, волнует всех. И я понимаю, что общественное мнение изучается немножко иначе, и мы это делаем, но интересно использовать любезность программы, столь популярной, как программа Тамары Максимовой, для того, чтобы привлечь внимание людей к этому. И вот меня очень взволновала ваша фраза о том, что люди боятся. Я хотел бы ее проверить. Многие ли боятся? Мы хотим это проверить тоже, но я хочу тоже воспользоваться вашими возможностями. И поставить такой вопрос. Испытываете ли вы и ваши знакомые какое-то сегодня повышенное беспокойство? Или нет? Ну, там варианты нормального, спокойного поведения, пускай они все будут под словом «нет». Вот такой вопрос. Самый общий. Так, ну я думаю, что сейчас вы увидите этот вопрос на компьютерах. Вопрос, который задает для вас Юрий Александрович Левада. Я думаю, вы узнали его. Это директор Всероссийского центра изучения общественного мнения. Итак, вопрос, на который вам предлагаются, как всегда, два варианта ответа. Можете передавать свою информацию. Я вам напоминаю, телефон 217-45-13, и мы ждем ваших телеграмм. Если вы боитесь, еще раз повторяю, можете их сегодня не подписывать. Но, Юрий Александрович, я хочу, чтобы пока идет вот этот экспресс-опрос, вы нам сказали, почему вы считаете таким важным получить реакцию общественности вот на этот вопрос. Почему это важно для сегодняшней ситуации, для всех нас? Вы сами сказали, что эти сутки необычны. Мы пока не привыкли к таким потрясениям. Я надеюсь, привыкать к ним не надо. Есть разные предположения о том, что народ взволнован, о том, что люди испуганы, о том, что люди удовлетворены, о том, что люди возмущены. Разные вещи бывают. Хотя есть подозрение, что значительная часть людей спокойна и безразлична. Как это оценивать, мы подумаем потом. А интересно, кто из откликающихся на эту программу выскажет свое суждение по этому поводу. Так, вот сейчас мы подождем, пока у нас будут репрезентативные данные, 100 человек будут опрошены. И еще раз я вам повторю следующий опрос. Так, ну вот все еще. Два звонка. Подождем. Стоп приема информации. Значит, посмотрите, пожалуйста, данные опроса. Испытываете ли вы и ваши знакомые беспокойство? 53% испытывают. Ну что ж, это информация к размышлению. Итак, следующий вопрос, на который я предлагаю вам ответить. Будете ли вы участвовать в стачках и забастовках, как призывает Президиум Верховного Совета и профсоюзы? И два варианта ответа – да или нет. Очень важный вопрос. Пожалуйста, начинайте передавать свою информацию. Так. Ну, а я думаю, что по поводу участия вот в таких акциях, к которым призывает нас профсоюз, должен сейчас сказать Андрей Александрович Нуйкин. Да, Андрей Александрович? Попробую. Ну, нелепая все-таки у нас с вами страна. Скажите на милость, вот только что мы узнали цифры, сколько людей у нас испытывают тревогу по поводу указа Бориса Николаевича Ельцина. Скажите на милость, что произошло такое, что должно взволновать, вызвать, так сказать, на улице толпы, остановиться заводом, фабриком? Ведь всего, что сделано, это разрешен вопрос о голосовании наших избирателей за свои органы власти. И законодательную, и исполнительную предложено выбрать вновь, поскольку они на этом этапе явно зашли в тупик и самостоятельно не могут решить. Вынесены вопросы на рассмотрение самого народа. Скажите, какие здесь основания для паники, для призывов и угроз свержения, так сказать, разговоров о том, что это переворот, путч и так далее? Нелепо.
Еще более нелепо, что орган, который менее всего легитимен в нашей системе власти, парламент, принадлежащим другому несуществующему государству, как известно, он избирался для управления Российской Социалистической Советской Республикой, этот парламент, который имеет в своем распоряжении конституцию, тоже созданную в каком-то другом, не в свободной России государстве, призывает трудящихся устроить стачки и забастовки для того, чтобы трудящиеся не избрали на законном основании настоящего легитимного современного парламента, отвечающего нашим условиям. Ну и второе, мне кажется, для тревог особых оснований нет. Потому что ведь вот когда-то и перед референдумом наши эти так называемые оппоненты непримиримые были убеждены, что народ скажет решительное «нет» вот этой злодейской политике Ельцина и его команды. А народ сказал совсем другое. Вот и сейчас они, видимо, рассчитывали, что народ хлынет на улицы защищать и их квартиры, их привилегии. Народу, извините за грубое слово, осточертели они уже. Никто не ринется их защищать. Народ будет спокойно работать, армия будет спокойно охранять рубежи нашей страны. Ну, а политики, которых мы изберем на этом этапе, будут спокойно заниматься политикой как профессионалы. Андрей Александрович, ну я думаю, что вы не совсем правы, что народу осточертели эти стачки и забастовки. Посмотрите, пожалуйста, на данные экспресс-опроса. Мы прекращаем прием информации на этот вопрос. Вы видите, 32% телезрителей наших собираются участвовать в стачках и забастовках. Здесь можем прокомментировать, может быть, очень коротко. У людей есть достаточно оснований для недовольства, в том числе и для такого недовольства, которое требует резких форм выражения. И они, в общем-то, сейчас готовы эти акты совершить. Но я убежден, что это они ради своих интересов, а не ради защиты Верховного Совета. Ну что ж, я думаю, по вашим телеграммам мы еще сумеем понять, для чего вы собираетесь выходить на вот такие акции, к которым призывают нас профсоюзы? И сейчас я вам хочу прочитать первые телеграммы, пока они из Москвы и Петербурга. Поддерживаю и одобряю указ президента России Бориса Николаевича Ельцина. Настанет конец вечному противостоянию Верховного Совета во главе с Хасбулатовым. Перестанет лихорадить общество. Рудскому необходимо проявить мудрость. У российского народа есть только один президент – это Ельцин. Это телеграмма из Москвы, не подписанная, но мы сегодня договорились, что можно и так. А вот телеграмма подписанная, я ее прочитаю непременно, она тоже из Москвы. «Внимательно наблюдаю за вами. Мнения, показанные на компьютере, липа. Прошу ответить. Я внимательно наблюдаю. Пытаюсь дозвониться. Это невозможно. Я за Рудского и Верховный Совет». Телезритель Глушенцов. Вы знаете, я могу вам только предложить одно. Значит, уважаемый телезритель Глушенцов, вы можете сейчас выехать к нам в Останкино, в телекомпьютерный центр. Мы оформим на вас пропуск. Не забудьте, пожалуйста, взять только документ, удостоверяющий вашу личность, и вы войдете в наш телекомпьютерный центр и всем телезрителям расскажете, есть здесь звонки, как работает компьютеры и как идет прием информации. Мы вас ждем. Так, значит, мы продолжаем. У меня еще несколько телеграмм, но, давайте еще прочитаю. Значит, из Москвы Соколов с подписью. «Полностью поддерживаем выступление Ельцина 21 сентября 1993 года. Сожалею, что этого не было сделано раньше». Значит, я вас прошу, высказывайте свои искренние мнения, любые мнения. Если вы не хотите подписывать телеграмму, не подписывайте. Я буду читать сегодня любые телеграммы. Главное, чтобы мы все с вами знали, какова реакция в обществе на то, что происходит в нашей стране. Итак, мы продолжаем. Я прошу уважаемых экспертов, вам слово. Так, пожалуйста, представьтесь. Спасибо. Потому что я не могу тут сидеть. Лившиц Александр Яковлевич, заместитель руководителя аналитического центра по общей политике администрации президента. Уважаемые телезрители, мой вопрос относится к экономике. Ведь в конце концов, что бы ни происходило
высших сферах власти, человек всегда это оценивает с точки зрения того, а что это, собственно, будет значить для меня? Это поможет моей жизни или не поможет? Это будет способствовать выходу экономики из кризиса или нет? И, наверное, такая постановка вполне правомерна, ведь что получается пока что? Думаю, что не ошибусь, если скажу, что в российской экономике все меньше чего-то загадочного, таинственного, непонятного. В принципе, понятно, что делать, и понятно, каким образом преодолевать трудности. Есть желание и есть понимание, но нет достаточных возможностей. А возможностей нет, потому что экономический кризис политизирован. И политизирован существенно. Ведь что получается? Есть политика правительства и президента. Наверное, она не идеальна. И есть позиция части руководителя Верховного Совета, которая отвергает ее совсем. Не предлагают скорректировать, улучшить, видоизменить, а просто объявляют, что она неприемлема. Но раз это неприемлемо, то приемлемо что-то совершенно иное. Скажите на милость, каким образом вести себя в этой ситуации человеку, который собирается вложить деньги? Или человеку, который думает, куда пристроить ваучер? Или, скажем, тому, у кого есть участок земли, а поскольку земля-то все равно не его, чем он гарантирован от того, что через его участок кто-то задумает проложить дорогу? Полагаю, что никакая экономика долго не может выдержать такую неустойчивость, неопределенность. Или, скажем, ситуация с бюджетом. Александр Яковлевич, простите меня, пожалуйста, я должна вот сейчас уже остановить экспресс-опрос на предыдущий вопрос. Значит, посмотрите, пожалуйста, уважаемые независимые эксперты, посмотрите на данные этого опроса. Мне кажется, они нуждаются в комментариях. А вас я прошу сообщить свой вопрос для экспертов, да, чтобы они успели ввести его в компьютер. Я его формулирую так. Вопрос телезрителям такой. Поможет ли решение президенту выхода экономики страны из кризиса? Так, и два варианта ответа, да или нет. Значит, давайте еще раз повторим его. Поможет ли решение, последнее решение президента выходу экономики России из кризиса? Так, вы знаете, здесь очень много интересных телеграмм. Телеграмм, которые, вы знаете, даже мне не хотелось бы самой читать, потому что эти телеграммы требуют самых разных комментариев, и я бы сказала, в первую очередь, они требуют комментариев членов правительства. Я думаю, что им нужно воспользоваться возможностью обратиться к народу в передаче «Общественное мнение». И сейчас у нас есть перерыв почти на час. Мы встретимся только через час. За час они могут приехать к нам сюда, в телекомпьютерный центр в Останкино, чтобы посмотреть ваши телеграммы и дать прямой ответ народу. Если у нас достойное правительство, оно должно выйти вот на этот прямой разговор с народом. Итак, до встречи через час. Внимание! Телекомпьютерный центр Останкино продолжает свою работу. Работают все средства связи, которыми мы располагаем. Телефоны, телеграфы, телетайпы, компьютерная связь. И все это для того, чтобы мы с вами установили прямой контакт в эфире и выяснили, какова же ваша реакция на события, происходящие в последние сутки. Вы и только вы главный герой нашей передачи. Я хочу поблагодарить всех, кто принимает участие в сегодняшних многочисленных компьютерных опросах. Посмотрите, один из этих опросов шел в течение часа. На вопрос, считаете ли вы решение президента своевременным, ответило уже 2246 человек. Я хочу поблагодарить и тех, кто присылает многочисленные телеграммы, такие разные и такие острые, и с такими чувствами и эмоциями. Я вам обещала, что самое интересное из этих телеграмм я предлагаю для ответа членам правительства, которые приедут на нашу программу. И вот посмотрите, кто услышал наш призыв и кто приехал для того, чтобы пообщаться с вами в прямом эфире. Анатолий Борисович Чубайс, вице-премьер правительства России. Сергей Александрович Филатов, руководитель администрации президента. Петр Сергеевич Филиппов, руководитель аналитического центра администрации президента. И независимые эксперты, которые принимали участие в первой
части программы. Из них, я думаю, вы уже узнали, Юрия Александровича Леваду, директора Всероссийского центра изучения общественного мнения, и других, которые будут представляться во время разговора с вами в прямом эфире. Итак, заканчивается экспресс-опрос. Я говорю стоп приему информации от телезрителей. И давайте посмотрим на данные. Какие же данные этого опроса? Ну что ж, пока нам подготовят, вы их уже видели в начале передачи, я вам хочу прочитать несколько телеграмм, которые вы сейчас увидите. Они практически отражают соотношение мнений, полученных нами во время компьютерного опроса. Телеграмма из города Александровского Ставропольского края. «Мы, крестьяне и рабочие, против указа Ельцина и согласны по всем указаниям и приказам Рудского. Мы против всех указов Ельцина, Шевченко, Черненко». А вот Липецк. «Прошу публично выразить абсолютное презрение неокоммунисту Хасбулатову и его депутатской оппозиции. Забаррикадировались, вооружились. Клепаете и Ельцину, и России смертную казнь. Да, посмеемся мы вашей кровожадности, только в истории вам всем придется отвечать за себя отдельно от России». Значит, это из Липецка. Полуэктова Лариса Юрьевна, рабочая, пенсионер. Так, значит, из Набережных Челнов. Депутатам нет доверия. Например, депутат Неласов не выполняет волю избирателей, Набережные Челны и так далее. То есть соотношение точно такое же, как мы видим на компьютере при последнем опросе. Но вы знаете, откровенно говоря, я, может быть, здесь пока шел эфир, я что-то упустила, я не поняла вот содержание этой телеграммы. «Клепаете Ельцину и России смертную казнь». Это уже что-то, по-моему, новенькое. То, что произошло за последние часы. И если возможно, я прошу независимых экспертов объяснить мне, наверное, части телезрителей, о чем идет здесь речь. Петр Сергеевич, вы готовы, да? После подписания президентом Ельциным указа о поэтапном осуществлении конституционной реформы в России Верховный Совет юридически не существует. Но действия вчерашнего депутатского корпуса вызывают не только смех и сожаление, но и представляет определенную, я бы сказал, общественную опасность. Посудите сами. Они проголосовали за недействующий, подчеркиваю, недействующий закон, в соответствии с которым лица, поддерживающие указы президента, караются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой, или смертной казнью с конфискацией имущества или без таковой. Вы чувствуете ветер 37-го года? И поэтому я просил бы вас поставить один, всего один вопрос для телезрителей. Одобряете ли вы сегодняшнее решение Верховного Совета о введении смертной казни за поддержку президента Ельцина? Петр Сергеевич, вы не шутите, что действительно есть такое постановление о смертной казни? Этот документ у меня в руках. Принят сегодня несуществующим Верховным Советом. Ну, чудеса. Но сформулируйте еще раз. Вот видите, я даже стала заикаться. Одобряете ли вы? Да. Одобряете ли вы решение Верховного Совета о смертной казни за поддержку президента Ельцина? Так, и два варианта ответа. Да или нет? Да, нет. Ну что ж, давайте зададим нашим телезрителям такой жесткий вопрос. Я прошу завести его в компьютер и приготовьтесь, пожалуйста. Вы можете передавать свою информацию по телефону, я вам напомню, 217-45-13. 217-45-13. И мы продолжаем с вами обратную связь с помощью телеграфа, центрального телеграфа города Москвы. Я хочу поблагодарить центральный телеграф города Москвы, Санкт-Петербурга и всех-всех городов, которые помогают нам нашему контакту в прямом эфире. Вот уже не первую передачу. Спасибо. Итак, готов ли у нас вопрос? Так, сейчас он мне подсказывает, появится на компьютере. И все-таки что-то это решение Верховного Совета о введении смертной казни, мне кажется, из области фантастики. Уважаемые эксперты,
Может быть, Сергей Александрович Филатов здесь прокомментирует этот вопрос. Вот я вижу, он уже появился на компьютере. Пожалуйста, передавайте вашу информацию. Посмотрите, вот он на компьютере пошла. Передача информации. Сергей Александрович, что это такое? Вы знаете, мне трудно это безумие комментировать, потому что я согласен с Петром Сергеевичем, это действительно пахнет 37-м годом. Вот, но, к сожалению, это так. И сегодня, по-моему, этот закон в первом чтении был принят. Вот у меня есть одна телеграмма здесь, я бы ее еще зачитал и продолжил комментарий на эту тему. На велосипеде я объехал вокруг Белого дома. Около 18 часов сегодня принимать серьезно все, что там происходит, нельзя. Но не принимать во внимание тоже нельзя. Людей собралось очень мало, и их по-человечески жалко. Всех тех, которые толпятся под балконом Белого дома. Можно с уверенностью сказать, гражданской войны в России не будет. За 3 с лишним года своей депутатской деятельности я участвовал в работе райсовета, моссовета, Верховного совета и съездов народных депутатов. Со всей ответственностью могу сказать, самой бесполезной и порочной системы, чем советская власть, никому создавать не удавалось. Искренне поддерживаю указы президента Ельцина, народный депутат Ленинского райсовета Москвы Женька Востриков. Вот он так написал себя, Женька Востриков. Для обязательного зачтения в эфире. Вот я ее прочитал. Спасибо. Я бы хотел вот что прокомментировать и сказать. Ведь, вообще говоря, мы к такой конфронтации шли. Вернее, нас вели. Потому что Верховный Совет не сделал самого главного. Он не подчинился итогам референдума. Практически все, что произошло после референдума, то, что был сорван конституционный процесс, то, что на послание президента Ельцина об отмене 18 законопроектов и нормативных актов, противоречащих условиям референдума, практически Верховный Совет не прореагировал. То, что Верховный Совет дальше начал принимать законы и бюджет, которые поставили на грань краха финансовое состояние нашего государства. То, что не прореагировали на письмо президента относительно рассмотрения вопроса о выборах. Но наоборот, ужесточали ситуацию подготовкой вот таких законов, которые сегодня в первом чтении были приняты. И фактически мы подходили к той точке конфронтации, которая могла кончиться гражданской войной. Президент предложил, я подчеркиваю, мирный, цивилизованный, нормальный путь для государства. Предложил выборы. Выборы в новый парламент для того, чтобы соблюсти ту часть Конституции, которой пренебрег Верховный Совет. И народовластие, уважение к нему, и разделение властей. И вот на защиту всего этого ставятся сегодня вот такие жесткие законы Верховным Советом. Я вот только ехал сюда, получил сообщение, что по команде Хасбулатова начали вооружать людей около Белого дома. Им раздают автоматы. Хотя там действительно больше 400 или 300 человек вообще нет. Я бы даже предупредил и власти Москвы, и наши силовые структуры, чтобы предприняли меры и включили механизмы ответственности за это. И москвичей поостерег бы, так сказать, подходить близко к Белому дому, на всякий случай, от опасности. Поэтому, Тамара, такая опасность существует. И очень хорошо, что мы до общественности ее сегодня через телевидение, через вашу передачу доводим. Сергей Александрович, ну вы так уж не запугиваете наших телезрителей, потому что завтра будут бояться выйти просто на улицы. Ну что ж, посмотрите, пожалуйста, на экраны компьютеров. Значит, мы прекращаем прием информации, и вы видите, 80%, конечно, не одобряют вот этого страшного решения. Но 20%, обратите внимание, 20% сказали, что да, они согласны с таким безумным решением. Вы знаете, ну вот это соотношение, опять-таки, расстановки сил в обществе, оно очень прослеживается в ваших телеграммах. И я попросила членов правительства, которые приехали на эту передачу, выбрать самые острые из телеграмм и прокомментировать их. Я прошу
вас это сделать. Пожалуйста, Анатолий Борисович. Я посмотрел довольно большое количество телеграмм. Ну так, если грубо прикинуть, по-моему, получается примерно на 10 телеграмм в поддержку президента, одна телеграмма против. Но я бы хотел как раз обратиться к тем, кто против. Вот одну из таких телеграмм я держу в руках. Политику Ельцина не поддерживаю. Бережной. Из Воркуты. Обратиться очень простыми словами. Но если вы, товарищ или господин Бережной, не поддерживаете политику Ельцина, ну так идите на выборы. Идите на выборы, которые предложил Ельцин, которые состоятся 12 декабря, и выскажите на этих выборах свою позицию. В этом-то и главное отличие состоит позиция Ельцина от позиции Хасбулатова. Хасбулатов предлагает расстреливать тех, кто не поддерживает его политику, а Ельцин предлагает идти на выборы и высказать свою позицию тем, кто с ним не согласен. Неужели мы до сих пор не в состоянии отличить одну позицию от другой? Сегодня, когда все карты выложены на стол и все позиции заявлены однозначно. Анатолий Борисович, а вот я вам предлагаю, давайте мы это проверим, потому что у меня тоже есть несколько телеграмм вот такого плана из Санкт-Петербурга. В России президент Рудской. Ельцину место в тюрьме. Мы спокойны за Россию, будем бороться всеми доступными средствами. Хашиновы, Бутовские, Суворовы, Смирновы, всего 11 человек. И противоположная телеграмма. Хасбулатов и Рудской, вы хапуги, отняли пенсию инвалидов и живете за наш счет. Народ стонет и стоит за Ельцина. Петров. И вы знаете, вот я вам предлагаю задать такой острый тоже вопрос нашим телезрителям. Давайте спросим прямо. Кого вы считаете своим президентом? Ельцина или Рудского? Не боитесь вы задать такой вопрос телезрителям? Анатолий Борисович. Если этот вопрос не боится задать сам президент Ельцин, который одним из пунктов своего указа записал будущие выборы президента, я думаю, что тут бояться нечего. Совершенно правильно поставить такой вопрос. Так, тогда секунду, я прошу на компьютер завести этот вопрос и, пожалуйста, передавайте свою информацию. Кого вы считаете своим президентом? Ельцина или Рудского? Будьте объективны, ничего не бойтесь. Так, Анатолий Борисович, продолжаем. Пожалуйста, извините, что я вас перебила, но пусть идет у нас экспресс-опрос. Да, ну, естественно, речь, конечно, идет не о юридическом выборе, потому что выбор президента совершен уже как минимум дважды на наших с вами глазах. В ходе выборов, затем в ходе референдума. Да и я смотрю сегодняшние результаты того, что здесь произошло в этом зале перед нами. Ну, посмотрите на эти результаты. Если сегодня вновь избирать своего народного депутата собрались только 13% числа опрошенных. Если сегодня, наконец, 80% опрошенных сказали, что решение президента принято своевременно. Ну, о чем можно говорить? Сколько можно продолжать эти бесконечные дискуссии? Сколько можно слушать слово «легитимность» из уст Руслана Хасбулатова, который так страстно полюбил вдруг этот термин? Сегодня, когда ситуация ясна, сегодня, когда ясно, что речь идет о безумии, которое нужно остановить, это безумие должно быть остановлено высшим должностным лицом в государстве. Это и сделал президент Ельцин своим решением вчера. Причем еще раз хочу подчеркнуть, он остановил его путем обращения к народу, как раз тем самым путем, который всегда так страшно отвергает депутата с такой страстью. Главная цель президента – это дать возможность народу высказать свою позицию. Вот суть президентского указа. Именно это больше всего, видимо, и довело депутатов до исступления, которые, забаррикадировавшись в стенах Белого дома, довели себя, видимо, до состояния уже полной истерики, если дошли до решений о введении смертной казни всем тем, кто с ними не согласен. Вот разница в подходах, вот разница в методах и в целях. Одна сторона, президент, говорит тем, кто с ними не согласен, идите на выборы. Другая сторона, Хасбулатов, говорит тем, кто с ним не согласен, мы будем вас расстреливать. Вот все, собственно говоря, встало на свои места. Все карты открыты, все позиции заявлены. Осталось сделать выбор, который, я думаю, народ сделает 13 декабря и поставит, наконец, точку на этом безумии депутатов, которые сегодня в полном объеме продемонстрировали они в стенах Верховного Совета. В то же время, и это тоже важно подчеркнуть, что позиция правительства здесь при полной поддержке президента состоит в том, что главная наша задача очень простая – продолжать нормальную, спокойную работу в соответствии с обязанностями каждого из членов правительства. Что мы, кстати говоря, и делаем. Я думаю, что это самая правильная, самая разумная, профессиональная реакция на истерическое безумие, которое демонстрирует нам народные депутаты в стенах Белого дома.
Анатолий Борисович, спасибо. И я думаю, данные компьютерного опроса, который мы только что проводили, я прекращаю прием информации по этому вопросу. Данные этого опроса говорят о том же. 79% поддерживает, считает своим президентом Ельцина и 21% Рудского. Но, видите, соотношение продолжается. Вы знаете, вот наша программа в эфире, по идее, должна была бы закончиться, но только что вот мне сообщили, что руководство Останкино дает нам еще дополнительное время, так как те вопросы, которые вы, уважаемые телезрители, поднимаете в своих телеграммах, очень-очень важны всем, кто участвует в передаче, и тот, кто смотрит ее сейчас в эфире. Можно задать еще вопрос, да, раз да. У нас появилось время? Да, пожалуйста, нам дали еще 15 минут, я поняла. Пожалуйста. Я еще раз представлюсь, Андрей Нечаев, для тех, кто не смотрел начало передачи. И мне очень хочется задать такой вопрос. Вот благодаря телевидению мы получили возможность смотреть на жизнь парламента изнутри. И вот все мы помним эти полупустой зал, как правило, полупустой. Люди, быстро перебегающие, нажимающие массу кнопок за себя и за товарища. Но это, так сказать, форма. Как парламент, наш парламент делал свою основную работу, принимал решения, принимал законы. Мы прекрасно помним, сколько времени уже не принимается законодательство, необходимое по земле. Не принимается законодательство о залоге, без чего наши люди, скажем, не могут взять кредит на покупку квартиры или на строительство дома. Не принимается целый ряд других важных законов. То есть, конечно, из этого моего вступления ясно, что у меня есть ответ на вопрос, который я хочу задать. Но было бы очень интересно услышать и мнение телезрителей. Андрей, пожалуйста, сформулируйте да, его. Вот как они считают, мог ли прежний состав парламента, ныне распущенный президентом, осуществить экономические преобразования, которые нужны стране? Мог ли прежний состав парламента осуществить экономическую реформу или способствовать экономической реформе? Так, и варианты ответа «да» или «нет». Да или нет. Так, ну что ж, я думаю, сейчас, через какое-то время это появится на наших компьютерах. Значит, я бы хотела еще попросить Сергея Александровича Филатова. Вы впервые на нашей передаче, вы впервые вышли вот на такой прямой диалог с нашими телезрителями, и я думаю, что от вас ждут какого-то объяснения, какого-то проникновенного слова, как сейчас в этой ситуации себя вести, что делать, как ориентироваться. Вы знаете, я хотел бы предостеречь всех от преждевременных, скороспелых решений по этому вопросу. Особенно это касалось всех тех, кто сегодня ночью принимал это решение. Потому что вот такие скороспелые решения, они могут привести к непредсказуемым результатам и создать очень острую, тревожную и, может быть, даже сложную обстановку в стране. Вы знаете, мы ночью получили практически из всех регионов от руководителей администрации поддержку указа президента, почти поголовное большинство. И вот сегодня с утра начались советы. Президиумы, малые советы, большие советы народных депутатов, которые несколько качественно меняют картину отношения к указу президента и к ситуации. Но я хотел бы подчеркнуть одну очень деталь. Она очень важная. Скажем, Московский совет никогда не был, его решения никогда не были адекватны мнению народа. Если мы посмотрим итоги референдума, и действия и решения Московского совета, то они находятся в противофазе. Кстати говоря, это то же самое можно сказать и о советах в очень многих регионах. Поэтому я бы очень просил и предложил, и те, кто смотрит нашу передачу, и видит эти убедительные цифры, которые сегодня люди телеграммами и телефонами представили на эту передачу поддержки президента, не торопитесь с решениями. Не торопитесь, проявите мудрость, здравомыслие, потому что президент предложил мирный путь решения проблемы. Другой путь, который нам предлагают со стороны Верховного Совета и самозванца Рудского, я подчеркиваю это слово, потому что все, что было сделано для того, чтобы привести его к званию президента, было сделано с грубейшими нарушениями процессуальных норм, с грубейшими нарушениями и Конституции. Фактически он присвоил себе полномочия президента. Сегодня по этому поводу президент подписал указ. Сергей Александрович... Поэтому я всех призываю
спокойно, рассудительно посмотреть, куда мы должны привести страну. Сергей Александрович, я думаю, что вас поняли. Я хочу напомнить, что у нас осталось всего три минуты. Анатолий Борисович, 3 минуты, 2 ваших, 1 моя. Ну, я не мог не ответить на одну телеграмму, которая меня особенно взволновала, поскольку телеграмма эта от чекистов города Волгограда. Но речь, как я понимаю, идет не о тех чекистах, которые работают в Министерстве безопасности, а о тех гражданах, которые являются владельцами чеков. Так подписана телеграмма. Чекисты города Волгограда. А текст телеграммы такой. Ельцина поддерживаем, но беспокоит судьба ваучера. Успокойте народ. Естественно, телеграмма меня задела за живое, что называется, и я могу достаточно однозначно сказать, что правительство и президент гарантируют продолжение приватизации, а это означает, что гарантирует и судьбу приватизационного чека-ваучера. В течение последних 3 месяцев, несмотря на всем известные попытки Верховного Совета остановить, отменить, сломать, переделать, программа приватизации, курс приватизационного чека растет достаточно устойчиво и стабильно. Это самый главный рыночный, объективный показатель работоспособности всей конструкции, всего механизма. Мы гарантируем всем гражданам и тем 50 миллионам россиян, кто уже вложили приватизационные чеки, и те, кто намерен это сделать, возможность осуществить свой выбор и стать собственником части бывшей общенародной собственности в этой стране. Анатолий Борисович, спасибо. Значит, мы заканчиваем прием информации на последний вопрос. Посмотрите, каковы его результаты. И я хочу прочитать последнюю телеграмму из Североморска. Люди боятся выступать в вашей необъективной передаче, потому что в стране 24 часа действует диктатура Ельцина. Подпись Четверных. Но вы знаете... Вы видите, я читаю все, что я считаю нужным. Все самые острые телеграммы телезрители знают. Они прочитаны сегодня и мной, и теми членами правительства, которые приехали сюда. Мне кажется, самое ужасное, если нас с вами охватит страх. Страх перед сегодняшним днем и перед нашим будущим. Тогда точно мы с вами проиграем. И я очень... надеюсь на то, что наш договор о том, что вы завтра придете, обсудите у себя в коллективах все, что сегодня говорилось, и пришлете свою точку зрения, что бы вы ни думали по поводу происходящих событий в нашей стране. Мы будем ждать ваших телеграмм в течение суток. Я благодарю всех за участие в программе «Общественное мнение». До свидания.